Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Так, и давайте глядеть, что у нас тут сейчас есть. Так, кайнозойские близнецы набор. Это у нас испуг набор, а прикольно. От этого пугающего набора кровь стынет в жилах. Тоже могучий водный набор. Гигантская удача набор. Турнир сигнозавра, думаю, постримим. Здесь у нас водные. Демократия. Ну, это типа голосуем за что хотим, чего хотим. Ну и ждем изменений в вольере рапторов. Так, также ждет у меня вылупление мой первый. Я уже забыл как. Короче, этот новый броненосец. Видео, обзорчик на него уже был на канале. Так что можете найти, посмотреть. Я уже не помню, как его зовут. Но он какой-то не Дедикур, Глиптодон. Ну, фиг его знает, как его зовут, короче. Кто хочет, тот найдет. Так, ну а сейчас мы, наверное, заглянем в белую мглу, ребятки. Больше вроде пока такого супер интересного нет. Можно будет посражаться обычными динозаврами вот здесь. Ну, тут что, уровень легендарный, супер редкий, какие-то вперемешку. То есть редкий, супер редкий. Да, смотрите, супер редкий в два раза мощнее, чем редкий. Тут уже куда нету легендарного раптора, обидно, правда? Ведь редкий, супер редкий, а легендарного болта нету. Разве что индораптор. Да, ну ладно, сегодня не об этом. Мы сейчас пойдем вот сюда. Так, 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 так. Изи-бизи. Так, ну тут что легко взять? Легко взять мамонта какого-то. Вот такого. 2512. Один удар он выдержит. Потом пойдет гиенодон. И телокосмил, например. Давайте так пробовать. Так, ну что, мамонт шерстистый против сумчатого льва. Смотрим, как противник себя ведет. Атакует. Это хорошо. Когда противник атакует, это хорошо. Значит, у нас будет все по плану. Инжен. Надпись стертая. Вот уже у нас целых 8 баллов. Ну, а теперь, если он атакует нас... Блин, вот... атаковал он нас на 3, а не на 4, потому что у меня... Было бы у меня 3, он проатаковал бы меня на 4. Ну вот так надо сделать, значит, блин, гаденыш, он перенес бал. И раз он перенес бал, он, значит, сможет пробить меня. Ну, в смысле, медведем-то нет, а он подменится и на Индрикоцера, и там будет у него целых 3 балла. И пробьет меня. Нам фартануло. Нам фартануло. Так, ну у него же бал-то остался, правильно? У него было 5, он подменился, осталось 4, он проатаковал же на 3. Так, чё, давай, бобер переросток. Ну да, вот этот бал, все, все отлично. Ах, гад. Так, ну тут все. Тут все пошло по плану, мы победили. Классный такой, такие кадры, да? Гиенодон, молодец. Хорошо смотрится в кадре. Такой какой-то, как зомби-собака, глаза такие желтые, как у зомбака. Зомбакака. Так, белая мгла, помчались дальше. Вот так вот. Так, кого возьмем? Кого-то, у кого жизни побольше. Давайте Индрикоцера, чтобы он ни на кого не подменился. Потом возьмем мамонта, например. И Бронта.
Ну, на самом деле, я могу позволить себе взять и кого покрепче. Вот так, например. Погнали. У меня этих степных много. Почему я не прокачиваю с этого мамонтерия? Ну, почему? Потому что зачем? Зачем мне один суперсильный мамонтерий, если мне лучше 4 менее сильных? Они все равно самые сильные. Надо гаденыш, вот хитрый он какой-то здесь. На один балл опять приберег. Подлец. Раз, два, три, четыре. Я просто думаю, стоит ли беречь его. Нет, там у мамотерия удар посильнее будет. Так, два. Но у меня не... А у него 4, ну 2-2, но с ним атаковать смысла нет. Даже сейчас не должен был бы атаковать. Но проатаковал. Ну по полной проатаковал, в принципе. Немножко странно ведет себя противник. Непредсказуемо. Немножко. Но не беда. Ать. 20, он покойник. Ать, 20. Ну 3 поставлю, ребята. Потому что Уртинушка бьет больно. Да, он не выдержал бы. Но вот здесь он повел себя глупо. Он же знал, что я мог защититься. Но я такое люблю. Я люблю таких решительных противников. Мчимся дальше, ребятки. У нас такие прикольные, видели, идут пары. Два таких, один такой. Это, в общем-то, легкие такие противники получаются. Пойдет мамонт. Вот так пойдет. Это вообще изи катка. Такие приятный топот. Глухой такой топот, сильный. Ну а теперь крысёныш. Ну крысёныш, да, ведет себя агрессивно. Не защищается. И атакует на 3. Блин, это плохо. Я бы мог бы и выжить. Раз, два. Он покойник, 3 сверху. Давайте 2 поставлю в защиту. Так, а тут же они-то, ребята, крепкие. 4, 2, ну 2 я должен выдержать. Плюс-минус. Так, а ну-ка, будет защищаться. Вообще практически не защищается, гаденыш. А у него-то было 6. Опять приберег 1 балл. Мне надо атаковать на 4. Еще и защищаться нужно. Раз, два, три, он покойник. 4. И если у него будет на следующий ход 5, мне нужно, чтобы прошло не больше 2. А он, гаденыш, так и сделал. Ну, тут можно было даже, наверное, сразу рассчитывать на то, что он перенесет балл. И атаковать на 1 меньше. Но я 2 должен выдержать. А, он даже проатаковал. Вот эту глупость он делает. Почему не полностью? Я не знаю. И давайте еще тогда сделаем один бой. Пойдем в PvP-бой Кайнозоя. Возьмем Кайнозоя. Против нас, скорее всего, попадутся два из трех точно будут динозавры. Кайнозойская схваточка. Тирана титанчик. 2 пальчика.
Мы идем на ПВП. Водоплавающие кайнозойские. Так, вот кто у нас есть. У нас есть ты, есть ты, и вот ты. Погнали. У нас такая убийственная комбо. Кто знает, почему у меня стоит первый гастольный с анимаматериум, напишите в комментариях. Так, против нас 1500, 1400, 1500, 1500, 1400, 1600, да? Они более крепкие, кстати. Ребята там. Да, но у меня только Маматерий может с ними потягаться. Защитился. Интересно играет, как будто бы мой ученик. Давайте вот так. Хана тебе. Я накинул плюс один специально. Потому что часто за подлодку я вроде 4 балла всего лишь тратишь. Да, вот еще бы один и победил. Вот я так и сделал. Так, у него теперь 7 на 6. Молодец. Проатаковал на 6 из 7. Один балл у него остался. А, ну они слабенькие по здоровью. Моя гигантофия. Блин, а 4 пришлось бить. Представляете, за 2 удара не пробиваю. Так, а вот более мощный. Да, 31 уровень существенно сильнее, чем 30, потому что это уже был переход эволюционный, так сказать. Но гигантофия съест обоих, они поместятся. У меня тело длинное, как раз стопозаврики такие остроносые, шикарно ложатся в желудок. Вуаля! Так, Архиотери, адский кабанчик. Кто не посмотрел, на канале есть видео про Архиотери. Когда я его прокачивал, там даже, помню, нашел фильм, в котором был Архиотери, есть фильм, в котором охотились на Архиотери. Так что можете тоже найти этот видос. Ну, а на этом все, ребятки, всем пока.